пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Не успела артистка свыкнуться с ролью многодетной мамы, как решила уехать за границу и заниматься воспитанием наследников там. Свой отъезд из России она объяснила необходимостью, мол, это связано с работой супруга. Сейчас певица Нюша вместе с семьей находится в ОАЭ. Звезда отечественной эстрады активно ведет социальные сети и с удовольствием делится с поклонниками деталями своей жизни за бугром. Судя по всему, артистка делает все возможное, чтобы не давать скучать своим наследникам. Как мама уже двух малышей, я учусь, как еще могу разнообразить наши совместные будни, поделилась с подписчиками певица. Одно из развлечений – забавные снимки, на которых теледива даже не стесняется выглядеть нелепо, главное, чтобы малыши получились хорошо. Так накануне она поделилась кадрами с дочкой Симбой. Артистка подалась игривому настроению своей наследницы и как она смачно перекосила лицо. На первой фотографии у нее вывалился язык, на второй она расплылась в улыбке, а на третьей сделала лицо уточки. Поклонники оказались в восторге от новой публикации кумира. В комментариях к фотографиям они восхищались и умилялись. «Какие вы милые!» Говорят, что когда рождается ребенок, то мама становится сама как ребенок, написали поклонники под снимками певицы Нюши. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.